Привет вас! Зачем Фокин Витольд, обращаю ваше внимание, сделал провокационное заявление по поводу того, как решить проблему Донбасса? Ну, хочу напомнить, что он предложил. Ну, во-первых, он предложил сделать особый статус на всей территории Донецкой и Луганской области. Это раз. То есть не только там, где Орло. Во-вторых, он предложил провести полную амнистию, не обращая внимания, кто и как воевал. В-третьих, ну, он фактически предложил сделать что-то наподобие такой автономного Донбасса. Ну, как помните, у нас была автономная республика Крым. Теперь автономный Донбасс. Потом фактически он согласился с тем, что в этой автономной республике Донбасс будут свои вооруженные силы, потому что, честно говоря, народная милиция с градами это вооруженные силы, свои суды, своя прокуратура, ну, я бы даже сказал, свой язык, ну, и своя внешняя экономическая политика. То есть, другими словами, в общем-то сказал, даже я бы сказал бы так, признать или создать отдельное автономное государство, которое будет на правах, даже сложно сказать, федерации или автономии, ну, типа входить в состав Украины. Именно слово типа, потому что если так посмотреть, по большому счету ничего украинского в этой автономном Донбассе не будет. Будет чисто то, что есть сейчас. Зачем он это сделал? Ну, а спросить, конечно, его, но ход очень сильный. Очень сильный с точки зрения политики. Фактически Фокин перехватил инициативу. Понимаете, что получается? Ну, выступают представители России, говорят, мы хотим особый статус. Стоп, какой особый статус? Видите, вот, это ж уже Украина предложила, а не вы. А что же они предложили? Выступают представители оппозиции, говорят, мы хотим особый статус. Стоп, какой особый статус? Что вы хотите? Руководство страны предложило, точнее, люди, которые близки к руководству, точнее, понимаете, в чем тут сама изюминка? Я не знаю, конечно, его личная инициатива, Фокина, или все-таки действительно это подготовленное заявление, скорее всего подготовленное. Но главная цель со стороны Зеленского перехватить инициативу. И понимаете, что сейчас получается? Да, сейчас его все критикуют, ругают, это нормально, про это говорят. С другой стороны, ну, в общем-то, Зеленский сейчас, или скажем, окружение Зеленского, пусть все говорят, так мы же смотрите, мы на сегодняшний момент самые прогрессивные. Мы предлагаем мир на Донбасс. А они не хотят. А вот эти нехорошие в России не хотят. Эти нехорошие в оппозиции не хотят. Перехватили инициативу. Да. Ну, это такой же трюк, как некоторые эксперты советовали признать независимость ДНР и ЛНР. Ну, не Россия, а Украина признает. Это полнейший удар по Путину, потому что он не знает, что делать. Ему нафиг не надо ДНР и ЛНР. А если Украина признает, это что? А здесь другой вариант. Фактически Фокин предложил даже больше, чем требует Минское соглашение. Значительно больше. Я сам поставил дурацкое положение России, которая, получается, должна требовать меньше. Это абсурд. Оппозицию меньше. Это абсурд. Ну, тем более, понимаете, в чем сама изюминка. Витольд Фокин не является, ну, как бы, ни министром, ни депутатом. Он не является официальным представителем власти. Он просто входит в группу переговорщиков. Причем, скажем, таким непонятным статусом. Ну, как и Кравчук. Что такое переговорщики? Это люди переговаривают, но, обращаю ваше внимание, группа переговорщиков не имеет права принимать решения. Ну, они ведут переговоры, потом всю информацию предоставляет руководство страны, а уже непосредственно РНБУ, министр иностранных дел, президент. Или соглашается, или нет. Вот такая ситуация. Нет, ход очень сильный, ужасно сильный. И то, что на сегодняшний момент Порошенко бесится, потому что оппозиция в шоке. Понимаете, что оппозиция ничего требует. Получается, Фокин потребовал больше, чем просит оппозиция. Знаете? А дальше, что дальше? Дальше выборы, разговоры. А потом можно сказать, так это ж личное мнение Фокина, а не Зеленского. Правда, хитрый? Но идея очень хорошая. И трюк шикарный.